Всем привет, меня зовут Алина Меус. А меня Анастасия Загорская. В этом видео мы хотим рассказать вам о секретах онлайн-шоппинга. Мы заметили, что у многих есть стереотипы насчет онлайн-шоппинга, но на самом деле он дает столько преимуществ, что мы, конечно, очень рекомендуем вам его освоить. И на самом деле очень крутых преимуществ. Мы сейчас вам расскажем, какие. Во-первых, это очень большой ассортимент. Вещей, представленных в онлайн-магазинах, очень и очень много по сравнению с тем, что есть в магазинах вашего города. Кроме того, у нас в магазинах зачастую можно встретить устаревшие коллекции. В онлайн-магазинах можно встретить устаревшие коллекции, но они будут по огромной скидке. И плюс к этому вы, конечно, можете приобрести вещи из абсолютно новой коллекции. А то у нас тут в одном люксовом торговом центре, конечно, висят по новым ценам не очень новые вещи. Не будем называть имен. Следующее преимущество – это большой размерный ряд. Нашим клиенткам, которые очень миниатюрные, мы зачастую предлагаем заказывать вещи в азиатских онлайн-магазинах. А девушкам, которые плюс-сайз, мы всегда можем найти очень интересные современные вещи в американских брендах. Следующее преимущество – это бренды, которые могут быть не представлены в вашем городе. Мы столкнулись с такой проблемой по студентам нашего онлайн-курса, которые в начале курса жалуются нам, что нет магазина в городе, сложно достаточно будет делать шопинг с клиентами, и потом осваивают интернет-шопинг и заказывают и для себя, и для своих клиентов одежду со всего мира. И еще одно преимущество. И достаточно важное преимущество – то, что многие вещи в онлайн-магазинах дешевле. Недавно у нас была история, мы с Настей ходили по торговому центру, и я увидела там ботильоны, которые за день до этого смотрела на сайте. Так вот, у нас в магазине они стоили 18 тысяч рублей, а в интернет-магазине они стоили 5 тысяч рублей. И ну, это очень частая ситуация. Да, разница очевидна, на наш взгляд. Даже если вы заплатите за самую дорогую доставку, они все равно выйдут вам в 2 раза дешевле. Конечно, мы понимаем ваши опасения по поводу интернет-шоппинга, потому что у него есть некоторые сложности, но разобравшись в которых, вы получите огромнейшее удовольствие от шоппинга и гору новых покупок. Ну и давайте посмотрим с вами, на что обратить внимание при интернет-шоппинге. Во-первых, обращайте обязательно внимание на страну производителя. Азиатский шопинг, он рассчитан на очень и очень миниатюрных девушек. Поэтому, если вы обычно приобретаете себе размер S, то в азиатских магазинах лучше вам все-таки будет заказать размер M. В магазинах американских все с точностью наоборот. Если ваш стандартный размер S, то там обратите внимание скорее на XS. Но в любом случае обязательно смотрите таблицу размеров в каждом онлайн-магазине. И обязательно измеряйте себя, там указаны все инструкции, как это сделать, чтобы вы получили действительно свой размер и избежали возврата. Что еще важно при интернет-шоппинге? Сейчас интернет-магазины очень развиваются, и практически каждый из них позволяет вам рассмотреть вещи в мельчайших деталях. Для этого вам нужно обязательно просмотреть все фотографии, понравившиеся вам вещи, приблизить их, потому что при приближении вы можете рассмотреть фактуру ткани. Также, если позволяет функционал сайта, посмотреть видео дефиле. И когда вы просмотрите все это, то вы поймете, мнется ли вещь, просвечивает ли она, есть ли какие-то у нее еще нюансы. Многие думают, что онлайн-магазины фотошопят свои вещи, но на самом деле это не так. Особенно если вы заказываете на крупном онлайн-магазине, они просто не успевают этого делать. Почему мы это говорим? Мы знаем это изнутри. Я в свое время работала в известном интернет-магазине Wildberries, как раз таки стилизовала съемки. И поверьте, времени это делать совершенно нет. Фотографируют больше 200 вещей за день, и их сразу же вечером нужно загрузить на сайт. Конечно же, ни о какой обработке речи идти не может. Вещи летят в модель, обратно в стилиста. Потому что нужно действительно быстрее продать все эти вещи. Если будет магазин ждать, пока пройдет обработка этих фото, просто актуальность пропадет. Поэтому насчет фотошопа вы не переживайте. Еще один очень важный момент. Всегда соотносите свои параметры с параметрами модели, на которой представлены понравившиеся
понравившейся вам вещи. Еще очень важный момент – это состав вещи. Всегда читайте его в описании. А минимум рисков у вас будет, если в составе вещи есть хотя бы 30% натуральных волокон. Еще будьте осторожны с хлопком, особенно со 100% хлопком, потому что такая вещь может очень сильно мяться. На многих сайтах есть такая функция, как отзывы, где покупатели размещают свое мнение о покупке. Обязательно смотрите в этот раздел, потому что вы можете для себя там действительно почерпнуть много информации о этой вещи. Наш любимый в этом плане сайт — это Shein.com, потому что на нем не только размещаются отзывы, там, когда человек размещает отзывы, он пишет свой рост, свои параметры, какой размер он заказал, пишет свой отзыв об этой вещи и еще и размещает фотографию. И у популярных товаров бывает до 100 фотографий, и вы можете посмотреть, как то или иное, ну, например, пальто смотрится на той или иной девушке. Зачастую многих еще интересует вопрос доставки. Сейчас практически все онлайн-магазины уже доставляют напрямую в Россию. Но если вдруг вы нашли такой магазин, который еще не доставляет к вам напрямую, вы всегда можете воспользоваться услугой посредников. Например, известные сервисы — это Бандеролька и Shopfans. Ссылочки на их сайты мы разместим в описании. А теперь мы хотим поделиться с вами нашими любимыми интернет-магазинами. Сейчас мы вам их покажем. Давайте поближе познакомимся с нашими любимыми онлайн-магазинами. Все ссылки на них мы оставим в описании к видео. Первый сайт, который мы вам покажем, это ASOS. Мы думаем, что никого не удивим таким выбором, и все, кто хоть как-то касался онлайн-шоппинга, как правило, с этим сайтом знакомы. В чем плюсы? В том, что здесь очень большое количество различных коллекций. Женская коллекция, мужская коллекция, есть всегда раздел с распродажами. За что мы этот сайт любим? За большое количество интересных, стильных и трендовых вещей. Давайте с вами посмотрим раздел новинки, чтобы убедиться в этом. Здесь очень трендовые, очень стильные вещи, которых не найдешь в обычных сетевых магазинах. При этом они, как правило, по довольно-таки демократичной цене. Есть middle сегмент, есть совсем такой экономный и демократичный сегмент. Вещей очень много как простых, лаконичных, так и каких-то более ярких, акцентных, интересных. И давайте посмотрим, что здесь есть еще полезного и интересного для любителей онлайн-шоппинга. Во-первых, это линейка ASOS Curve для девушек плюс сайз, с которой мы вас уже знакомили в специализированном видео для девушек с формами. Ссылку на него мы также оставим. Здесь можно найти классные стильные вещи, чего в магазинах обычных сетевых очень мало. Давайте посмотрим, какие коллекции еще присутствуют. Есть линейка Petit, специализированная для миниатюрных девушек невысокого роста, с ростом 1,60 м и ниже. Здесь представлено большое количество моделей, и они все сделаны с учетом невысокого роста, потому что если вы тоже невысокого роста, наверняка вы замечали, что юбки длиннее, чем надо, брюки длинные, и приходится постоянно как-то этот вопрос решать. В данном случае как раз вещи сделаны правильной длины для невысоких девушек. Еще одна линейка, которая может быть интересна, это линейка для высоких. Наоборот, здесь у нас для девушек 175 и выше. А, как правило, такие девушки сталкиваются с тем, что рукава короткие, брюки короткие, здесь все наоборот. Поэтому, если вы сталкиваетесь с такой проблемой, то данный сайт вам точно поможет, потому что здесь много стильных вещей на высоких девушек. Большой плюс данного сайта, что здесь представлены как очень трендовые вещи, так и какие-то варианты одежды для офиса, деловые варианты и очень простые повседневные. И что еще актуально, здесь всегда можно найти какие-то нарядные варианты. А еще нам очень нравится на данном сайте раздел для беременных. Если вы бывали в положении, то наверняка знаете, что стильную, красивую и еще и недорогую одежду для беременных найти достаточно сложно. Вот как раз на данном сайте очень хороший ассортимент, вещи стильные, но при этом они достаточно демократичные по цене и очень комфортные.
Также на данном сайте можно найти обувь на различную ширину стопы или голени. Можно найти большое количество размеров нижнего белья. Поэтому очень рекомендуем уже самостоятельно ознакомиться с данным сайтом. Ссылочку в описании вы можете кликнуть и сразу на него перейти. Следующий сайт, про который мы хотим вам рассказать, это Shop Bob. Чем хорош Shop Bob и чем он нам очень нравится? Тем, что в офлайн-магазинах, да и в интернет-магазинах, если честно, middle-сегмент представлен не очень хорошо. Хорошо представлен масс-маркет, хорошо представлен люкс. А вот такой вот средний сегмент представлен, как правило, недостаточно. Вот на Shop Bob, если нам нужен middle-сегмент, мы всегда будем шопиться в первую очередь здесь. Давайте зайдем в раздел одежды и посмотрим, что здесь представлено. А также на Shop Bob периодически бывают хорошие распродажи. Всегда есть раздел сейл, тоже можно будет в него заглянуть, посмотреть ту скидку, которая нравится вам. И давайте посмотрим с вами, что здесь представлено. Как вы видите, много брендов, которые представлены очень мало где, но при этом они очень хорошо представляют тот самый средний ценовой сегмент, когда все-таки хочется что-то по цене более... реальное, не люксовое, ну и не хочется совсем масс-маркет, а все-таки хочется чего-то более качественного и чуть более дорогого. Следующий сайт, с которым мы хотим вас познакомить, это The Outnet. The Outnet – это один из наших любимых сайтов, потому что на нем всегда распродажи и на нем прекрасная подборка. Это дочерний сайт известного Net-a-Porter, на котором представлены... очень многие люксовые бренды. Так вот, сюда все приходит со скидками. Давайте с вами посмотрим поподробнее. Здесь всегда присутствуют скидки. И если мы зайдем в раздел, например, одежда, то мы сразу увидим вещи с достаточно большими скидками. Это 50%, 55%, 40%. Здесь даже можно выбрать скидку, какую вы хотите, посмотреть в поиске скидку самую высокую на одежду в данный момент. Ну вот, например, платье Tom Ford, которое стоило $3590, можно купить за $359. На самом деле интернет-шоппинг позволяет экономить гораздо больше, потому что ни в одном офлайн-магазине никогда не будет таких больших скидок на люксовые вещи. Мы обожаем покупать на Outnet сумки. Давайте с вами их посмотрим поподробнее. Тоже хотим показать вам вариант самых высоких скидок. Выбираем Highest Discount и заходим в этот раздел. Ну вот, например, Менадьер от Эдди Паркер со скидкой 70% здесь можно приобрести. Сумку Эмилио Пуччи со скидкой 65%. И если вы будете листать, вы найдете очень много вариантов. Здесь вы можете поставить сортировку по ценам, которые для вас комфортны, выбрать ценовой диапазон или выбрать бренды, которые вы хотите посмотреть. И в зависимости от этого уже осуществлять свой шопинг. Также хотелось бы отдельное внимание уделить бренду Iris and Ink. Это бренд, который принадлежит сайту The Outnet. Это бренд среднего ценового сегмента, где представлены очень интересные и стильные вещи. Этот бренд представлен только здесь. Эти вещи очень интересные, среди них много базовых и много достаточно таких неординарных, и при этом даже если эти вещи базовые, они будут интересны, то есть это будет не просто джемпер, а джемпер вот, например, с таким поясом сбоку, не просто шелковая блуза, а блуза с бантом. Давайте посмотрим, что еще есть в ассортименте данного бренда. Еще мы обожаем сайт, который называется Farfetch. Здесь одна из самых крутых подборок по ассортименту среди люксового и middle сегмента. Нам очень нравится покупать одежду на этом сайте. На нем шикарные распродажи и сумки с самыми большими скидками мы покупали здесь. Из последних покупок сумка бренда Coach, которая здесь с учетом доставки стоила 13 тысяч. И в офлайн торговом центре люксовых брендов она стоит 47 тысяч. И сумка Fendi
за 73 тысячи, которая стоит в том же офлайн-магазине люксовых брендов 144 тысячи. То есть разница практически в два раза, и гораздо приятнее, согласитесь, покупать сумки по таким ценам. Давайте посмотрим, что здесь есть из одежды, что есть из сумок, и посмотрим распродажу. Здесь, кстати, сейчас вот скидки, вы можете посмотреть. Давайте немножечко пролистаем. Скидки тоже достаточно приятные. Бывают, конечно, в сезон и больше. Давайте посмотрим раздел сумки. Что у нас есть здесь? Здесь изначально сумки уже дешевле, чем в офлайн-магазинах, но когда на них есть скидки, это еще лучше. Давайте посмотрим раздел распродажи и выберем категорию сумки. И вот можем посмотреть, с какими скидками сумки представлены в данном разделе. Давайте выберем скидки 40% и выше. И посмотрим, ну вот, например, скидка 50% на сумку Red Valentino, скидка 50% на сумку Tom Ford. И давайте посмотрим подробно еще один из наших любимых сайтов. Это сайт Yokes. Здесь представлена одежда и для женщин, для мужчин, для детей. Давайте посмотрим раздел с женской одеждой. Здесь представлены и люксовые бренды, и бренды middle сегмента. Но самое интересное – это уровень распродаж на данном сайте. Здесь есть вещи по очень-очень привлекательным ценам. И много закрытых распродаж для тех, кто подписан на рассылку данного сайта. Давайте с вами прямиком зайдем в раздел Sale и посмотрим, что у нас есть там. Ну вот у нас открывается страница, и мы сразу же уже видим скидки 50%, достаточно высокие. То есть брюки, например, Stella McCartney за 9250 или пальто Diane von Furstenberg за 25750 вместо 51500. Здесь можно бесконечно изучать эти скидки. Здесь, конечно, на этом сайте нужно быть внимательными и смотреть, изучать, рассматривать вещи на модели, потому что достаточно много вещей из не самых новых коллекций, но при этом, если вещь не из новой коллекции, она вполне может быть базовой, и при этом на нее будет огромная скидка. Давайте выберем пару брендов. Здесь бывают шикарные скидки на такие бренды, как, например, Pink, Michael Kors. И выберем стоимость до 3500 рублей. И посмотрим. Конечно, здесь нужно повыбирать, но какие-то вещи можно найти по очень-очень дешевым ценам, каких в магазинах вы не найдете никогда. Конечно, есть еще огромное количество сайтов, которые мы обожаем. Это и Macy's, и Bloomingdale's, на которых можно купить сумки Guess, Michael Kors с огромными-огромными скидками, и различные американские бренды по очень привлекательным ценам. Это также различные азиатские сайты. Например, мы очень любим тот же сайт Shein. На нем надо быть внимательными, выбирать, но если вы изучите состав, изучите отзывы, то тогда вы сможете выбрать самые лучшие вещи по очень-очень дешевым ценам. Не забывайте писать нам в комментарии, какие интернет-магазины нужно рассмотреть отдельно и посвятить им полное видео. Итак, мы поделились с вами информацией об интернет-шоппинге, рассказали вам про наши любимые магазины. Надеемся, мы вас вдохновили на интернет-шоппинг, и вы найдете для себя там много интересного. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, интересен ли вам обзор на какой-либо конкретный интернет-магазин, и можете сразу указать название интернет-магазина, мы постараемся оперативно для вас что-нибудь снять. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и пишите в комментариях, интересен ли вам обзор на конкретные интернет-магазины. До встречи в следующих видео. Пока!